А я вас салют всем, с вами Стеймус Бро. Если вам понравилась данная реакция, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. И еще обязательно подписывайтесь на Twitch канал, там мы с вами будем смотреть фильмы, сериалы, аниме и различные шоу. Ссылочки в описании под видео. Короче, приступаем. Приступаем, это Старый Честер, понял. Первый трек называется «Начало». Поехали. Вообще отличается от того, что мы слушали, как будто два разных исполнителя. Слушайте, ну мне понравилось. Это чисто такое, наверное... Ну это андер, да? Или нет? Мне кажется, что это андер, прям лютый. Но в андере там звучок такой грязненький всегда присутствует. Как, допустим, алкоголь после спорта группа есть такая, да? Либо контейнер, если взять. Хотя Паша Техник сейчас что только не исполняет. Вот, здесь очень приятное сведение и крутой текст, андер. Ну, просто андер трек, да? Много крутых строчек. Слушаешь рэп, значит, не слушаешься маму. Читаешь сам или опять под фонограмму. Выбрось весь хлам, мы погружаемся в нирвану. Здесь все по чесноку, здесь все по чистогану. Охуенно. Только правда, блядь. Ну, конечно, отсылки здесь порой странные были. Вот это что это? Только правда. Как будто, блядь, это и так непонятно. Честер славится своим умением переделывать свое собственное имя. В других треках можно услышать некоторые другие варианты его имени. Прикольно. Значит, Чега Чикана, это значит Честер. Интересно. Интересно. Ну, я стал ветераном, но так и не постарел. Тоже прикольно. Вот. Третий год в андеграунд рэпе. Понял. Понял. Интересно. Интересно. Короче, здесь крутые строчки. Как начало. Заебись для альбома. Прям очень хорошо. Жозенький такой хук. Грязные игры, грязные негры. Из недр подземки метр за метром. Нормально. Мне нравится. Надеюсь, дальше будет только интереснее. Вот, кто зашел на стримец, ребята, я, можно сказать, знакомлюсь только с творчеством Честера. Вот, я, конечно, послушал новый альбом, но вот это и новый альбом, это разные вещи. Тут прям чистый андер, а там я бы не сказал. Вот, а второй трек называется тот самый. А, нет, сказал. Короче, трючок этот оценю на 4 из 5. Мне не хватило, наверное, одного куплета. Но хотя, с другой стороны, наверное, это всего лишь первый трек. Не, наверное, 4 из 5 поставлю. Хороший. Хороший прям андеграунд рэп. Хороший. Так, погнали слушать второй трек. Там что-то писал.
Так, альбом будет мрачный, ты старый поймешь. Да. Мы потом еще один мой любимый альбом послушаем. Так ты можешь закидывать, и мы потом послушаем. Ну, то есть, сразу. Ну, хотя, в принципе, как тебе удобно. Я никуда не тороплюсь, поэтому все окей. Так, второй трек называется «Тот самый». Поехали. Пальцы крошат камень, не хочет, но крошится. Тяжелая ноша в руках, но веселая рожица. Уже с утреца погода заставила сморщиться. Черты лица по лица и пьяный уборщица. Я же нацелен на куш, выпил горячую кружку. А горячий душ, пока плавилась плюшка. По телеку чушь, я не смотрел и не слушал. Я нацелен на куш, как башмак в голову буша. Лечу на квартал за квадратом, там брат. Не лечу понапрасну, но желаю добра всем по напасу, кара в центре ведра. Это и есть тот самый underground. Дай пять до пятницы, если варишь не дрянь. Дай пять, если нет порошка на ноздрях. Дай пять до пятницы, если есть вариант. Это и есть тот самый underground. Дай пять до пятницы, если варишь не дрянь. Дай пять, если нет порошка на ноздрях. Дай пять до пятницы, если есть вариант. Это и есть тот самый underground. Это и есть тот самый для кобылей. Самок для тех, кто на нуле, и кто с нуля построил замок. Для папиков и мамок музыка не терпит рамок, брат. Это и есть тот самый underground. Район кипит, опять бурлишь, а на крыше битом. А мы напитоке включаем. Мы слегка убиты, а я не спи, не проеби, попа не на корыто. Мы открываем двери, где написано закрыто. Знаю метод, как разнести твой купол. Без помощи тупых предметов, предела клуба друг. Глупо сопротивляться, бросаю употреблять. Но на часах 4:20, ты успокойся, yeah. Дай пять до пятницы, если варишь не дрянь. Дай пять, если нет порошка на ноздрях. Дай пять до пятницы, если есть вариант. Это и есть тот самый underground. Дай пять до пятницы, если варишь не дрянь. Дай пять, если нет порошка на ноздрях. Дай пять до пятницы, если есть вариант. Это и есть тот самый underground. Мне нравится, когда как на фоне, блядь, булькает и происходят какие-то действия, блядь, когда трек идет. Это охуенно вообще. Блядь, ну по треку заебись. Дай пять до пятницы, если варишь не дрянь. Дай пять, если нет порошка на ноздрях. Дай пять до пятницы, если есть вариант. Это и есть тот самый андеграунд. Как по мне, прикольный припев. Такое, он запоминается еще с первого раза, и ты головой качаешь, и вот я прям повторяю эти строчки, это прикольно. Вот. Без помощи тупых предметов в пределах клуба друг, глупо сопротивляться, бросаю употреблять, но на часах 4:20, ты успокойся, дядь, заебись, я так законил, ты успокойся, дядь. Охуенно. Ну, пиздатый андер делает. Причем, я так понимаю, в новом альбоме, да, он больше делал упор на текст. Тут, а тут underground, рэп, но underground, он и есть underground, да. Но здесь для underground слишком выдраченный звук идет. Вот. Это и есть тот самый для... Это и есть тот самый для кобеля и самок. Для тех, кто на нуле и кто с нуля построил замок. Для папиков и мамок музыка не терпит рамок. Господи, что у меня с произношением. Для папиков и мамок музыка не терпит рамок. Брат, это и есть тот самый underground. Заебись, звучит пиздато. Охуенно читает рэп Честер. Мне нравится. Мне нравится. Трек оценю на 5 из 5. Прикольный трек. Вот, тут нету какого-то, блядь, мега охуительного смысла. Это просто underground рэп, в котором есть пиздатые строчки. Вот и все. Так, мы продолжаем.
Да, и самое пиздатое, это то, что продакшн-то от него же. То есть тут он, ладно, плюс-минус минуса похожие есть, инструменталы, да, но в новом альбоме он же тоже продакшн от него. Но там прям разнообразненько достаточно интересно. Вот. Поехали слушать по Шекспиру. Третий трек. Это не мыльная пьеса, а скорее замес. Определи свое место, если есть интерес. У нас могут порезать, не перепутай подъезд. Если залез в наш автобус, заплати за проезд. Это группа не бро, так что ставь на контроль. У кого-то личный охранник, у кого-то конвой. Играешь роль или роли, играю с тобой. Важная птица или ты пыльный как моль. Здесь пахнет травой, воняет заводом. Этот рэп сортовой, я хотел, но не продал. Уже давным-давно того и походу. Снова в говно экипаж самолета. В общий котел полетела пятера. Кто ты, актер или играешь роль режиссера? В салоне с кондером я спрогнозирую финал этой истории, как по Шекспиру. В общий котел полетела пятера. Кто ты, актер или играешь роль режиссера? В салоне с кондером я спрогнозирую финал этой истории, как по Шекспиру. Уходим в пике, но как всегда все окей. На улице разбитых фонарей я им не верил. Когда к моей руке прилип, как сука, репей. Душистый штакет, что сделал светлее. Мой микромир, мой день не нормирован. Мам, не брони, я так запрограммирован. Не на MTV, я там не номинирован. Как Роберт Де Ниро, не получу сувенир. Дайте мне пару минут, и в конце эфира рабочий магнит и рюмку Немирова. Я сделаю жир, скажешь, базара зиро. В натуре мужик, чек и краба держи. В общий котел полетела пятера. Кто ты, актер или играешь роль режиссера? В салоне с кондером я спрогнозирую финал этой истории, как по Шекспиру. В общий котел полетела пятера. Кто ты, актер или играешь роль режиссера? В салоне с кондером я спрогнозирую финал этой истории, как по Шекспиру. Make rigs, motherfuckers, decide. Все по-старому, смысловая геометрия. Это не броня. Чика, чика, чиза, чика, чика, чизарю, чисто, че. Кто те? Читаю между строчек. Заебись, заебись. Ну тут я так понимаю, в этом альбоме будет плюс-минус одинаковое музло, ну если вы понимаете, о чем я, да? Тут тупо лютый андер будет. Да. И просто ты выбираешь строчки, которые тебе зашли, вот, допустим, про Роберта Де Ниро, про эфир Немирова, рабочий мой бит, рюмку Немирова, я сделаю жир, скажешь, базара зиро, в натуре мужик и чека, и краба держи. Заебись. В общий котел полетела пятера. Кто ты, актер или играешь роль режиссера в салоне? С кондером я спрогнозирую финал этой истории, как по Шекспиру. Вот хук здесь просто пиздатый. Мне нравится его подача, нравится его стиль, нравится его битло. И крутые припевы у него. Молодец, Честер. Красавчик. Так, ну поехали слушать следующий трек. Пока мне заходит, пока он очень нравится, честно. Так, четвертый трек называется «Горючка». Поехали. Чека. Бро. Пишем. Черный.
Глаза боятся, руки делают в куривый чан. Если сказал, что я не тот, или что отошел от дел. Черным по белому стелем, неделя за неделей. Рэперки подохуели, слышь, что за канитель. Здесь персонажи всех мастей, с новостей. Знают, как грамотно растить, оно не детей. А будь на тапке, если ты сладкий, кверху лапки. Если ты духом слаб, то, братка, береги манатки. Исключительно на русском, перехожу на сленг. Ощути нагрузку, чека, чеза, чиви, чиви, бэйн. Кусама Бен Ладан, во благо, как Саддам Хусейн. Приготовил атомный, прямиком летит в Брюссель. А высшая лига, так что нига, нига, не читаю их, как книгу читаю. Но не как они, не кокаин, не будь наивным, не путай и наращивай бивни, помни, кто твой проводник. Чека. В наших рядах текучка, но далеко не течка. Нужна горючка и кое-для кого аптечка. Кончилась ручка, пока горела свечка. А я просто курил, а и пускал колечки. В наших рядах текучка, но далеко не течка. Нужна горючка и кое-для кого аптечка. Кончилась ручка, пока горела свечка. А я просто курил, а и пускал колечки. В наших карманах по нулям, но на столе поляна. И не ради рубля, это пистолярный жанр. Встал у штурвала корабля, я оголяю жало. Салют всем корешам, пора поднять бокалы. Пацанва дышит холодом, дышит прохладой. А хули нам кулинары приготовят яда. Накурено там, где не срут, всегда порядок. В куривый друг трое, передай своим. Это письмецо на районы, всем близким салют. Тем, кто стоит на своем, под ноги воду не льет. Минус на плюс, не за валюту, раскачает будкой. Отведай лютого блюда от грязного ублюдка. Мы жарим мясо, пока твое мясо на пару. Разного цвета красок, твари пачкают эту игру. Порезали ударом в грудь, порвали куртку. Но наш пластический хирург, как у Микки Рурка. В наших рядах текучка, но далеко не течка. Нужна горючка и кое-для кого аптечка. Кончилась ручка, пока горела свечка. А я просто курил, а и пускал колечки. В наших рядах текучка, но далеко не течка. Нужна горючка и кое-для кого аптечка. Кончилась ручка, пока горела свечка. А я просто курил, а и пускал колечки. Слушайте, ну вот этот трек прям мне очень понравился, особенно хук. А я просто курил, выпускал колечки, это охуенно. Я даже, блядь, тут подпевал, если можно так сказать. Блин, пиздатые строчки. Пишут в чатике о том, что здорово, Роман. Старый добрый чека, сейчас посыл повзрослевшего человека с жизненным опытом. Да, это абсолютно разная музыка, то есть это не андеграунд. Новый альбом это не андер. А тут прям лютый андеграунд. И причем очень крутые строчки, очень пиздатый у него посыл. Ну и флоу, как хотите называть. И звучит прям очень сочно и мясно, прям мясо. Прям вкусное, охуенное мясо. Мне очень нравится. Так, бро, я разговаривал по телефону, так что я немного позади, но я тут... Да, базар нет, я единственное, что говорил, что ты там писал что-то по поводу альбома, вот. Если хочешь, можешь его сейчас заказать, мы послушаем после... Сразу после этого альбома. Но так, как тебе удобно, в принципе. Вот, пока этот трек самый топ. Ну, в принципе, тут все вот эти треки, которые... Три трека, которые мы перед этим послушали, они все хороши. По Шекспиру тоже прям пиздатый, он, наверное, на уровне с горючкой. Вот. Пиздатый. Ну, наш пластический хирург, как у Микки Рурка, пиздатый панчлайн. Минус на плюс, не за валюту, раскачает будкой, отвечай от веда лютого блюда, а от грязного ублюдка. Блять, охуенно. А вот у него есть фиты, помимо трека с чемоданом? Нового или нет, напишите мне по поводу фитов,
Есть ли у него фиты какие-то еще? Мне интересно. Пиздатый трек, 5 из 5. Блин, пятый трек скит, и потом в Наджениусе ни хрена какого-то хрена нет. Будем искать так. Честер Король Андера, сугубо мое личное мнение. Но это пиздата, да. Плюс, да, есть, допустим, тоже вот контейнер, да, к ним, к Паше Технику, можно по-разному относиться. Ну, или вот к Кровостоку. Да, ну, Кровосток и контейнер, это, конечно, немного разные вещи. Допустим, я имею в виду про контейнер. Но треки у них вот старые, есть прям пиздатые. Ну, Кровосток. Вот я бы, честно говоря, почему никто не заказывает Кровосток? Я бы Кровосток с удовольствием послушал какой-нибудь альбом. У них прям есть хороший. Но Кровосток я тоже, наверное, вот не все слушал. С Честером я не знаком. Хотя как, ну вот альбом последний послушал и один фит. Больше треков его не знал. А вот из старого альбома, из старых треков я ничего не слушал. Вот сейчас вот впервые слушаем альбом, как он называется. Первый, пятый или какой? Как альбом называется? Черный называется. Вот. На этом... Почему тут, блядь, не высвечивается внизу? На этом альбоме и звукаря у него не было. Все сам, да? Ну, пиздата. Молодец. Это очень круто. Так, ну, скит это... А, это с куплетами скит. Ну, ладно. Так, пятый трек скит. Четвертый называется. На черном рынке можно было достать любительские вещи. Банка консервов Аппола. Попробуй сходи. Чека. Только будь осторожен. Сейчас комендантский час стреляет без предупреждения. Эй, вы там в салоне. Ваш рай попахивает адом. Шош. А ваши руки пахнут трупным ядом. Мы знаем цену вашим клятвам, но не цену тех, кто с нами рядом. Посиди, пораскинь на досуге. Хватит фактом выкручивать руки. Вокруг нищета, да, но дело не в этом. Темнота тоже свет, только черного света. Я верю, что добро стоит в центре угла, но в багажнике мерено-немерено зла. В зоне чиллаут для любимой коктейля, или шприцы и глаз нелюбимой в борделе. Я этим девочкам вычищу кудри. Я этим девочкам верну целомудрие. Поэтому поправь очки, просто слушай. Я разверну твои зрачки глазами в душу. Как по Шекспиру. No, motherfucker. Это четвертый, самый черный, самый черствый, самый твердый. В голову летит отверткой. Самый черствый, самый твердый. Он где-то между ангелом и чертом. Самый черствый, самый твердый. С катафалком во главе эскорта. В самом черном, самый мертвый. Что-нибудь известно? Охуенно. Пришел приказ. Эвакуация в центральный бункер. Сегодня уходим. А военные? А что военные? Неужели они до сих пор ничего не знают? Ничего, у них инструкция. И что мне, что? Все то же самое. Эвакуация в центральный бункер. Глубокая консервация. Да много чего. Консервация зашла. 30 лет под землей. А может 50. А может всегда. Бля, ну это охуенный трек. Я этим девочкам вычищу кудри, я этим девочкам верну целомудрие, поэтому поправь очки и просто слушай, я разверну твои зрачки глазами в душу, блять. Ну это охуенные строчки просто. И хук пиздатый, как Шекспиру, you know, motherfuck. Это черный, самый черствый, самый твердый, в голову летит отверткой, самый черствый, самый твердый. Блять, как охуенно. Да еще звучит так пиздатый, зачитано, что пиздец. Вот очень нравится. Очень нравится мне. Честер сильный текстовик. Да, я заметил по последнему альбому, там было очень сильно. Фиты с Брик Базукой, Типси Тип не курили, О74. Всех знаю. Типси Типа мало слушал. Не курили, слышал пару треков. О74 слушал альбом и фиты какие-то, да. Брик Базуку.
Ну, с Чима Дэйн Клейн, фиты. И, кстати, последний альбом какой-то я хотел послушать, и я его почему-то не послушал. Не знаю, почему, как это так вышло, но не знаю, очень странно. Брик Базука и Чемодан мне прям очень нравится. Так, сейчас, секундочку, я кое-что сделаю быстро. По треку. Высокую оценку ставлю, 5 из 5, блять, это очень охуенно. Это очень крутой эндер. Прям вот то, что ты хочешь услышать, допустим, что-нибудь пиздатое, думаешь, вот сейчас вот альбом Честера послушаем, написано Under, типа, underground рэп делает. И ты вот прям именно то, что ты хочешь услышать, вот он и делает. Это охуенно, блядь. Я прям кайфую от этого. Опа, вот оно. Вот оно, девочки, вот оно. Вот, поехали. Все альбомы топ. Роман, Роман, да ты можешь заказать какой-нибудь альбом, мы послушаем. Вот. Кайфанешь вместе с нами, если что. Так, ну погнали. Почему-то на Genius'е нет треков, только первые 5. А, вот еще есть. Ну тут не совсем удобно у меня зрение. Хотя можно, конечно, приблизить. Ну ладно. Раковый корпус, погнали. Разбили ебала возле твоего падика. Не скажу, что амбалы, не скажу, что с травматикой. Я дурак, знаю сам, но я буду внимательнее. Я обещаю, что я буду внимательней. Позвони моей матери, пусть купит йод. Самолет не взлетит, походу рейс отменен. Приготовьте пижаму и чистую простынь. Походу я уже не алёт, походу поздно. Не так ли? Кто-то скажет, нет, брат, не так. Хуёво, когда твой знак зодиака мудак. Это опаснее, чем рак, это раковый корпус. Когда на воздух взлетает автобус, рождаются треки, симфонии, опусы. Быть среди всех на Фокси и Фокусе. Но фокус в том, что этот фантом скоро исчезнет, как кролик под колпаком. Нас водят за нос, не моргай, на заносах нанес на дерево воск, но руки в занозах. Помни весь этот лоск, уместится в прозу, а я на полном серьезе сжег этот холст. Нас водят за нос, не моргай, на заносах нанес на дерево воск, но руки в занозах. Помни весь этот лоск, уместится в прозу, а я на полном серьезе сжег этот холст. Я сорян, что я стопорнул. Блин, он так охуенно рифмует, это пиздец. Занозах, заносах, занозах, прозу, холст, блять. Это круто. Я очень люблю качественную рифмовку. Мне прям очень нравится. Я прям кайфую от этого. Знаешь, мое вчера так и останется в прошлом, как и танцы с волками под порошком. Но в кармане камень, и он будет покрошен, а значит, негоже скулить, приговор оглашен. Принимая за должное, вижу, как это ложь проникает под кожу, как кухонный нож. Поднеси к уху и сам все поймешь, это самонаеб, когда твоя правда воняет саньем. Перегорели пробки в черепной коробке, черно-белое пятно на черно-белой фотке. На бабки падки, парень в черной арафатке. Но помни, братка, это то, что не купить за бабки. Заправив бин за баки, не видя границ среди полуживых и полусамоубийц. Тот самый дымится, и он такой не один, в вершине по серпантину или на карантин. Нас водят за нос, не моргай, на заносах нанес на дерево воск, но руки в занозах. Помни весь этот лоск, уместится в прозу, а я на полном серьезе сжег этот холст. Нас водят за нос, не моргай, на заносах нанес на дерево воск, но руки в занозах. Помни весь этот лоск, уместится в прозу, а я на полном серьезе сжег этот холст. Мы выбирали шелка для погребального савана, жизни начать заново, но нужна новизна. Бутылка аква минерале на палеве, в плане легавых в панике схавал, не заработал госзнак, гордо вывешу флаг, когда во имя блага на чистый лист ляжет. Но не за бумагу, новый куплет. Этот рэп как таблетка от рака, как бронежилет. Буяка, буя, буяка. Это средство от порчи, так что больше не порть. Да прибудет с ним мочи, это моя кровь и плоть.
будучи торчем. Утром темным, как ночь, со скалом волчьим пытаемся помочь. Фальсификация фактов, команда фас по той же такси, как всегда, но не за бакс. Если ты плакса, лови между глаз. Я отправляю диагноз, примите факс. Нас водят за нос, не моргай на заносах. Нанес на дерево воз, но руки в заносах. Помни, весь этот лоск уместится в прозу. А я на полном серьезе сжег этот холст. Нас водят за нос, не моргай на заносах. Нанес на дерево воз, но руки в заносах. Помни, весь этот лоск уместится в прозу. А я на полном серьезе сжег этот холст. Короче, тут такая плотная рифмовочка, блядь, и такой охуенный текст, пока с каждым треком все лучше и лучше, блядь. Это какой-то, я не знаю, это какой-то пиздец. Это очень круто, крутой. Нас водят за нос, не моргает на заносах. Нанес на дерево воск, на руки в занозах. Помни, весь этот лоск уместится в прозу, а я на полном серьезе жёг этот холст. Это так охуенно зарифмовано. И по тексту тут много прикольных моментов и пиздатых строчек. Да, даже, наверное, я бы все выделил полностью. Вот тут моментик был на сайте какого-то хрена, нескольких, одной строчки буквально не было. Ну ладно, ничего страшного. Очень мощный хук, крутые куплеты. Мне заходит прям такой лютый андер, прям жёстенький местами, да, с его тембром, с его флоу, с его читкой, прям звучит прям мега-мега охуительно. Это то, что вот хочешь слушать в наушниках, именно такой андер, а не какую-то там поебень. Ну вот это прям очень хорошо. Это есть тот самый андеграунд. Я полностью тебе, с тобой согласен. Это очень круто. Я, честно говоря, под впечатлением. Пока, ну вот, это тоже вот я включу в список один из лучших треков на альбоме. В конце будет топ-3 трека. Этот трек очень хорош. Так, а можно как... А, они тут не по порядку, да? Или как раз вот это попало. Хотя, ну ладно, хер с ним. Короче, треку ставлю 5 из 5. Погнали слушать следующий. Вот этот трек прям очень мощный. Прям заебись. Следующий трек у нас называется Боб. Поехали. Чудо, как все по-старому. Чекачи зарю, честный чек. Кто заводский, не бро на связи. Самый черный, самый жесткий, самый твердый. Дышу через водные со святой водой. Город Святого Креста, но как и твой не святой. Освещаемый путь путеводной звездой. Небо накрыло ладонью, глаза закрой. Я проведу тебя в сердце трущоб. Боб нам полушепотом предложит еще, выставив счет, ребенок черта. В этом лесу ему вполне комфортно. Пройдя сквозь огонь, он пытается выжить. Ступень за ступенью преодолев этажи. Там, где впадло работать, но не подло барыжить. На повышенных оборотах расскажет за жизнь. В куревой браза нас отправили в отпуск. Только вместо турбазы раковый корпус. И не поможет наркоз. Одна надежда на космос, пока мы тонем в стакане с надписью «Босс». Черный глок нацелен на лоб. Бог накормит слом, нажав на курок. Бог пароли взломаны, звери число. Куда же тебя занесло? Бог, черный глок нацелен на лоб. Бог накормит слом, нажав на курок. Бог пароли взломаны, звери число.
Эй, куда же тебя занесло? Далеко не Нью-Йорк, но в кармане с отверткой. Заебись, рыбачок, значит ставь мне пятерку. Преподы ставили неуд, пора преподать им урок. Базарить здесь нехуй, это мать его бог. Опали листья, да не это я опалил. Так сказать, почистил, чем выровнял стиль. Кто-то с 8 до 6, а летом в Крыму. Кому-то от 8 до 6 на Колыму. Взлетевшие демоны и падшие ангелы. Силиконовый рай, секреты Лос-Анджелеса. Нехуй базарить, лови под жопу пинок. Это Джек и Чезарик, слушай сюда, это мать его бог. Черный глок нацелен на лоб. Накормит злом, нажав на курок. Пароли взломаны, звери число. Куда же тебя занесло? Черный глок нацелен на лоб. Накормит злом, нажав на курок. Пароли взломаны, звери число. И куда же тебя занесло? Ребят, прикол в чем? Вы-то слушаете повторно альбом. Я-то его впервые слушаю, я до этого его не слышал. Блять, как же охуенно. Как я удивлен тому, что почему я до этого его не слышал. Почему? Сам не могу ответить себе на этот вопрос. Мне, блять, очень нравится. Очень крутые хуки у Честера. Боп! Охуенно просто. Пиздатые парты. Куча классных строчек. Чё она? Просто тут еще прикол в том, что трек вроде идет 3 минуты, да, но хочется еще. Это означает, что Честер охуенно выполнил свою работу и пиздата делает, пишет текста и крутые биты делает. Это охуенно просто. Так. Дышу через водные со святой водой, город святого креста, но как и твой не святой, освещаемый путь путеводной звездой, небо накрыло ладонью, глаза закрой, я проведу тебя в сердце трущоб, боб наш полушепотом предложит еще, выставив счет, ребенок черта, в этом лесу ему вполне комфортно. Блять, еще и рифмовка топовая. Поставьте лайк, кому нравится творчество Честера Небра, потому что я в шоке от этого. То есть я слушал новый альбом, я думаю, ну вот, слушая новый альбом, думал о том, что вот такое музло он делает. Да, это круто, безусловно, но это может быть не совсем мое музло, потому что оно слишком серьезное для меня. А тут просто лютый андеграунд. И он здесь делает упор на хуки, делает пиздато, пишет текста, ну, упор делает на какие-то строчки, есть панчлайны даже. И это очень пиздато. Мне нравится его творчество, буду дальше знакомиться, либо, ребят, вы можете закидывать альбом, будем их слушать на стриме, потому что, ну, это пиздато. Я его услышал благодаря треку Хланда, это вообще я о нем ничего не знал. Так я тоже вот альбом новый послушал и до этого слышал трек с чемоданом у Луины на альбоме. И все, больше не слышал. Очень круто делает. Респект Честеру за такое музло. Следующий трек у нас называется... Восьмой трек называется «Уходящий». «Уходящий», ребята. Так... Вот он. Так, погнали. Белыми стали черные волосы, когда черными стали белые полосы. Ушел под откос или так и не тронулся, когда мой поезд ушел. Ответьте на вопрос, ты, несмотря на возраст,
покорил Эльбрус. Мы, несмотря на грозы, вырастили кусты, где барагозы пробуют тебя на вкус. И не очко обычно губят, а к 11 туз. Мы ищем благополучие, как солнце луч на тропе невезучих под сводами туч. За ухом скрученный, не забудь, старичок, на всякий случай, а то мало ли чё. Подумаешь лишнего за самого ближнего, когда сподвижник вдруг стал неподвижным. Плацкарт до нижнего, на верхнем потише, но соседи не слышат, как я пытаюсь уснуть. Наш поезд уходит, и его не вернуть. Нас пытаются высадить, ну и пусть. Нам страшно и боязно, дым давит на грудь. А я лежу на лопатке этого альбома «Трекдич». Роман, спасибо большое за донатик. А у нас треки от 110 рублей, а не от соточки. Ты хулиганишь, хулиганишь. Хулиганишь. Спасибо большое за донатик. Так. Как я пытаюсь усмотреть самого ближнего, когда сподвижник вдруг стал неподвижным. Плацкарт до нижнего, на верхнем потише, но соседи не слышат, как я пытаюсь уснуть. Наш поезд уходит, и его не вернуть. Нас пытаются высадить, ну и пусть. Нам страшно и боязно, дым давит на грудь. А я лежу на лопатках и пытаюсь уснуть. Наш поезд уходит, и его не вернуть. Нас пытаются высадить, ну и пусть. Нам страшно и боязно, дым давит на грудь. А я лежу на лопатках и пытаюсь уснуть. Мой поезд ушел, мой самолет улетел, но на районе знают, кто здесь отец. Для холодных сердец это горячая грусть, а машинист подождет. Мы зацепили курнут, мы отправляемся в путь покорять и корить, отнимать и дарить. С добрым утром, старик, у нас все по старинке, и за окном фонари, но голос пластинки хочет поговорить. Про города, про маршруты на картах, как пролетели года, для чего и куда. Мы все еще едем в этих вагонах плацкартных. Желаю вам фарта, чтоб в этот раз до конца. Шагу назад, я продолжаю писать. Не потому что так надо, не потому что кто-то сказал. Заказал такси до вокзала, любимый сказал, чтобы не забывала. Наш поезд уходит, и его не вернуть. Нас пытаются высадить, ну и пусть. Нам страшно и боязно, дым давит на грудь. А я лежу на лопатках и пытаюсь уснуть. Наш поезд уходит, и его не вернуть. Нас пытаются высадить, ну и пусть. Нам страшно и боязно, дым давит на грудь. А я лежу на лопатках и пытаюсь уснуть. Сейчас мне опять стал сниться этот сон. Я стою перед паровозом на рельсах, и за рычагами паровоза тоже я. Я мчусь на самого себя и ничего не могу поделать. Моя жизнь и моя родина оказались чем. Докинул, да ладно, мы послушали бы за 10, о, за 100. Не знал просто. Спасибо большое, Романочка, за донат. Паровоза тоже нет. Я уснуть. Сейчас мне опять стал сниться этот сон. Я стою перед паровозом на рельсах, и за рычагами паровоза тоже нет. Я мчусь на самого себя и ничего не могу поделать. Моя жизнь и моя наука оказались этим черным беспощадным паровозом, которым мы наехали на все человечество. Сильно. Так, а вот это получается фраза из какого-то фильма, наверное, да? Не знаете? А,
откуда эта фраза. Напишите мне, если вы в курсе, пацаны. Блин, как же он крут. Кстати, насчет альбома, так я его и заказал. А, понял, понял, окей. Так, блин, очень нравится. Если вы знаете, откуда последняя вот эта вот вставочка, то напишите. Мне понравился трек полностью. Он отличается от предыдущих на этом альбоме. Да, тут более как-то там был андер прям лютый, а здесь нет. Здесь более, наверное, как трек звучит. Белыми стали черные полосы, когда черными стали белые полосы, ушел под откос или так и не тронулся, когда мой поезд ушел, ответьте на вопросы, дальше пошел разгон, очень, как по мне, сильный и хороший трек. Мой поезд ушел, мой самолет улетел, но на районе знает, кто здесь отец, а для холодных сердец это горячая грусть, а машинист подождет, мы зацепили курнуть. Интересно, интересный трекан, мне понравился здесь и посыл, и бит, кстати, здесь прикольный. Ну и все в стиле Честера, как по мне, очень даже хорошо. Вот, мне зашло. Так, следующий трек у нас называется «Стиль пьяной кисти». Так это у нас получается какой? 9, да? А всего 15. Окей. Поехали. Стиль пьяной кисти. Стиль пьяной кисти, стиль белой кости, как мастер с тростью опасен и чте. Если выпадут листья, дойдя до готовности, стебель этих растений продолжит расти, как бутон и гвоздик. Где-то на плантарях успел пригвоздить, как убойный вторяк. Если на ломарях или дошел до кондиции, зацепи на крайнях, сто пудов не годится. Музыка в плеере, как точка опоры, там, где конвейер вращает мой город. У нас хоть и не север, но приподнят ворот. Ветер в небе пакетом рисует узор. Братик, добавь низов для моих зарисовок. Черный комбинезон скрывает кроссовок. Не наблюдаю часов и потому не курсован. Который час, зато знаю, чье слово. Старая школа — это основа плацдарма. И пусть наши ряды атакуют жандармы. Налей мне, бармен, стакан янтарного. А я добавлю ударных ударом за удар. Таров дребезги бэээ. Давит на виски на проспекте Ленинском, поделен на куски. С бутылкой Хеннесси вокруг зыбучие пески. Страх и ненависть в Лас-Вегасе дымятся косяки. Это бугимен, это Анигена Букин. Это бугимен, в магнитоле Беки Буки. Это бугимен, на трубе и на ноутбуке. Чиви-чиви бэй, друг. Делай громче звук. Это бугимен, это Анигена Букин. Это бугимен, в магнитоле Беки Буки. Это бугимен, на трубе и на ноутбуке. Чиви-чиви бэй, друг. Делай громче звук. Стиль пьяной кисти, стиль белой кости, как мастер с тростью опасен и чте. Если выпадут листья, дойдя до готовности, стебель этих растений продолжит расти, как бутон и гвоздик. Где-то на плантарях успел пригвоздить, как убойный вторяк. Если на ломарях или дошел до кондиции, зацепи на крайнях, сто пудов пригодится. Сто пудов пригодится, бра. Сто пудов пригодится. Чека, не бро, стиль пьяной кисти, черный. Вы также знаете, инспектор Ли, у нас, практикующих боевые искусства, много сил и энергии. Иногда наша речь может показаться резкой, но резкость в нашей речи не означает, что у нас нет манер. Мы ведь все культурные люди, и не стоит использовать оружие для решения небольших проблем. Охуенно, трек, пиздатый хук, предприпев, про бугимена, это не Гена Букин, тоже разъеб. Блин, крутой трек,
Стельпианы кисти, как мастер строй, все опасен, учти. Если выпадут листья, дойдя до готовности, стебель этих растений продолжит расти, как бутоны гвоздик. Где-то на плантациях успел пригвоздить, как убойный вторяк. Блять, ну пизда-то же, звучит охуенно. Тут нет какого-то мега-охуительного посыла, ну, по крайней мере, вот в этом альбоме. Но в новом, конечно, да, там и актуалочка, и какие-то личные темы затронуты прям здесь. А здесь лютый андер. И крутая рифмовочка у него везде, в каждом треке прослеживается. Вот это очень круто. Мне нравится. Я прям кайфую, честно. Треку поставлю, наверное, 5 из 5. Мне заходит. И биты у него хорошие. Да, есть какие-то похожие прям, ну, андер. Ну, есть поразнообразнее. Битосики. В целом хороший альбом, блять. Пока. Ну, что тут осталось-то? 10-й трек уже слушаем. Поехали. Так, следующий трек называется «Чисто сердечные». Поехали. Я не исключаю того, что может быть не. Не Гаврилов. Гаврилов. Гаврила мы помним. Для олдов. Я не исключаю того, что, может быть, мне не удастся доказать вашу вину. И, в общем, в каком-то смысле это даже неплохо. На черном ровере из форточки летит окурок. И баллом в профиль на пятитысячных купюрах. Пока продажный опер торгует хмурым. На шахматной доске передвигаются фигуры. Ты среди них один во всей вселенной. Я среди тех, кого не напугали перемены. Все будет ровно, Сеня, пускай не сегодня. Мы словно тени снова спустились в преисподню. Не ради денег, на улице включали день. Включите мозг или же выключите нас совсем. Эта система непонятных тем и терминов. Система в нас воспитывает демона. Целомудрие, творчество или продукт из конвейера. Делай как хочется, делай то, во что верится. Пальцы крошат кусок, не хочет, но крошится. Я верю, все, что вложил, вернется и приумножится. Чек! А не напрасен ли был этот забег? Скажу, конечно, нет, в конце не жди конечной. А в этом трече самый веский аргумент. Я верю, что не мент будет читать мои чистые сердечные. Чек! А не напрасен ли был этот забег? Скажу, конечно, нет, в конце не жди конечной. А в этом трече самый веский аргумент. Я верю, что не мент будет читать мои чистые сердечные. А знаешь, а мне все так же мерещится, когда в пустые карманы сыпется медь. Голодный медведь, а и старуха проценщица. Полезные люди и бесполезная смерть. Прости меня, грешника, за нравы здешние, за то, что страх и уныние в рюмочной смешивал маршрутами пешими, без проводников и посредников. Под вспышками фотокамер в камеру смертника. Не ставь на мне крест, пока друзьям не проставлюсь. И если есть интерес, заходи, я оставлю. Жизнь — это тест, и мы снова тестируем грабли. Принесите мне яда, и я выпью до капли. Это не просто треки, это крики души. Но мы шагаем к вершине, несмотря на режим. В кулаке черный крикет, глубже дыши. Я знаю, ты еще дышишь, я знаю, ты жив. Чек! А не напрасен ли был этот забег? Скажу, конечно, нет, в конце не жди конечной. А в этом трече самый веский аргумент. Я верю, что не мент будет читать мои чистые сердечные. Чек! А не напрасен ли был этот забег? Скажу, конечно, нет, в конце не жди конечной. А в этом трече самый веский аргумент. Я верю, что не мент будет читать мои чистые сердечные. Я последую вашему совету и буду молчать. Мне понравилось, что здесь Честер вставил строчку Гаврилова. Ну, вы знаете, да, кто это? Одноголосочка. Ну, по пиздючеству я смотрел фильмы трехчасовые на кассетках, да? Пираточки. Но там озвучки были одноголосые. Гаврилов был в том числе. Это пиздато, кстати, в трек. То, что вставил он в трек, это круто.
Трек охуенный. Не ставь на мне крест, пока друзья не... Пока друзьям не проставлюсь, если есть интерес, заходи, оставлю. Жизнь — это тест, и мы снова тестируем грабли. Принесите мне яда, и я выплю до капли. Прям такие мощные строчки проскальзывают, да? Где-то бывает даже, ну, по сути, и панчлайнов нет, но охуенные строчки, которые просто разбираешь нахуй на цитаты, и все. Это круто. Это круто. Пиздатый хук и... Не, я просто кайфую от прослушивания этого альбома, мне очень нравится. Не заходит. Так, следующий трек называется «Шумный», 11-й трек. Так, что вы там в чатике что-то писали? Так, с меня еще альбом. Окей, заказывай, меломан. Всегда завидую Билла завистью, когда только знакомится с творчеством Честера. Да, это круто, это круто. Караван. А, Караван альбом, да, какой-то Честера. Интересно, тоже будет послушать. Так, ну погнали слушать трек «Шумный». Кайфанем. Чико, воу-воу-воу-воу-воу, в нижних отсеках трюма, в нижних отсеках. Че, наска раскрученный косой, это чека, читака, в голове бардак. Он скоро ляжет на бумагу, на столе пятак. И так, я снова ставлю тагу, время тик-так, время по-тихому уходит на худи люди. Хули на районе, добрый люд, если будет, знаю, будешь. Знай, что поделюсь шумом, кварталы помнят добра, привкус. Думай, я снова расчесал, но не прививку. Рвутся динамики, маминки на сынке, как на титане. Паника, паника нет, ты только прикинь. Не потеряй свои валенки, всему вопреки. В сторону спального я двигаю на ход ноги. Крим, схема района, это мой облачный атлас. И пусть эти кадры запечатлит оператор. Это карта до цели, братка, туда и обратно. Со мной мои братья, бродяги, пираты. Дайте шума в нижних отсеках трюма. Дайте шума, это не бро, а ты кто думал. Дайте шума, наши пацаны идут на шум. Дайте шума по уму, а не на бум. Дайте шума в нижних отсеках трюма. Дайте шума, это не бро, а ты кто думал. Дайте шума, наши пацаны идут на шум. Дайте шума по уму, а не на бум. В пределах наших берегов не путай берега. Здесь запах перегара, нет легавых шум и гам. Шумел как ураган, земля шумела под ногами. А я шагал пешком на это шоу не за деньгами. Вспышками фотокамер, вот они грани, парень. В кармане камень, если есть, значит давай заварим шум. Завали варежку, слова не жуй. Сделай правильно, когда я подскажу. Я объясню на пальцах, в куревой пацан. Тебе не поможет даже шумоизоляция. На входе папарацци, новый абзац пишу. После реанимации больному нужен шум. Больному нужен дым, когда растают льды. На стенах твоего района оставим следы. Я не любитель шума, не любитель шумных мест. Я не любитель шума, но любитель пошуметь. Дайте шума в нижних отсеках трюма. Дайте шума, это не бро, а ты кто думал. Дайте шума, наши пацаны идут на шум. Дайте шума по уму, а не на бум. Дайте шума в нижних отсеках трюма. Дайте шума, это не бро, а ты кто думал. Дайте шума, наши пацаны идут на шум. Дайте шума по уму, а не на бум. Начали путеж, который постепенно перерос во всю умножающуюся череду насилия и избиений. Его фит https://. Меломан, спасибо большое за донатик. А это, пожалуй, лучший его фит. Так, это, получается, после альбома слушаем трек Романа и Меломанчика. Окей, хорошо, спасибо еще раз. Слушайте, ну меня раскачало. Краж и актов в вандализме, постепенно дойдя до поджога, их буйство завершилось арестом за светское и бессмысленное убийство их преподавателя музыки в средней школе. Слышите? Это ветер перемен.
Слышите? Слышите ветер перья? Гад ползучий. Спасибо большое, меломанчик, за донатик. Так, блин, меня вот... Да, давайте заслушаем. Блин, ну это пизда там. Я раскачал этот трек. Мне кажется, к концу альбома у меня просто нахуй шея отвалится. Ну как тут невозможно не качать? Это очень круто. И у него крутые припевы, блин. Здесь очень крутые хуки. Где-то какие-то звуки добавлены. Крики, да, еще там про «дайте шума в нижних отсеках трюма», «дайте шума, это не бро, а ты кто думал?» «Дайте шума, наши пацаны идут на шум, дайте шума по уму, а не на бум, блядь». Ну это круто же, пацаны. Это очень, очень охуенно. Так. Очень пиздатый альбом. Сколько нам осталось треков послушать? 4 трека? Блин, ну, не знаю я. Они в любом случае, да, вот этот альбом и новый альбом, они абсолютным образом разные. Поэтому даже их в любом случае сравнивать не стоит. Поэтому я их сравнивать точно не буду. Буду как отдельный альбом оценивать. Так, ну мне нравится. Трек 5 из 5, альбом пока идет на пятерочку, на крепкую пятерку, и, блядь, мне это очень нравится. А еще мне нравится то, что я после стрима добавлю себе дохрена треков. Это мне очень нравится. Так, следующий трек называется... Блядь, что я опять сюда зашел? Как он там называется-то? Области Бардо. Или Бардо. Области Бардо. Бардо, наверное. Гоу! Эта дорога усеяна розами, шагая к мечте, я наступал на шипы. А вдоль дороги мертвые с косами и сладко голосые болтуны. Бать, куда же ушли мои братья? Знать бы, в какой момент я успел проебать. Занеси меня в черный список предателей, но время решит, кого из нас покарать. Все чаще и чаще, все больше шипящих. За спиной слышу смех, перетекающий в плач. Но я слишком хороший, чтобы стать настоящим. Поэтому душу не прячу под плащ. Но время палача и не пройти незамеченным. Кровожадный мясник заносит свой меч. Но нет вариантов дойти до конечной, потому что у вечности конечной нет. Пожелай мне удачи в пути. Солнце садится, а это значит, мне снова надо идти. Не плачь, пожелай мне удачи. Пожелай мне удачи в пути. Солнце садится, а это значит, мне снова надо идти. Не плачь, пожелай мне удачи. Эта дорога покрывается льдом, и я не знаю, дойду ли завтра до дома. Солнце скрывается за горизонт, все дальше и дальше от нашего гарнизона. И обратно идти нет резона. Я понимаю, что это не сон. Я иду босиком по зеленым газонам через самое дно, но до упрямых высот. Я уверен, это мое, но оно не узнает меня. Я солид до краев, где-то уёвы. Пьяные струны получат сегодня свое. А завтра мы попробуем снова покорить этот мир. Пир после чумы, от сумы до тюрьмы, на кладбище или под пальмой. Не знаю куда, время уходит, увы. А мы, как всегда, из крайности в крайность. Пожелай мне удачи в пути. Солнце садится, а это значит, мне снова надо идти. Не плачь, пожелай мне удачи.
Пожелай мне удачи в пути. Солнце садится, а это значит, мне снова надо идти. Не плачь, пожелай мне удачи. Пожелай мне удачи в пути. Пожелай мне удачи. Тут, по-моему, этот трек отличается, да, от предыдущих на этом альбоме. Он более посерьезнее, есть о чем задуматься. Припев, как по мне, достаточно проникновенный. И он, и трек просто... Я вот сижу, слушаю, да, я уже забыл, что стрим идет, что вот это вот все. И просто кайфую. Но мне нравится, что он делает. Это не передать словами. Это нужно чувствовать, ребят. Это чувствовать нужно. Ну, вы уже прочувствовали, потому что вы уже, наверное, во второй и в третий раз слушаете этот альбом, а я только в первый, поэтому у меня намного... Я намного больше, наверное, чувствую, чем вы. Ну, если вы можете... Возможно, вы просто кайфуете так же, как и в первый раз. Мне нравится здесь припев, посыл, нравится инструментал. Тут это готовая просто песня, не просто, да, андеграунд какой-то там, трючок. Это хорошая песня, прежде всего. Вот. И мне очень понравилось. Я оценю ее на 5 из 5. Пока альбом очень охрененно идет, честно скажу. Тут чуть-чуть-то, в принципе, осталось 3 трека. Так, следующий альбом, этот трек... Называется «Черный». Собственно, так у нас и называется. Заглавный трек альбома, да, получается? Интересно. Так, ну, погнали слушать заглавный трек альбома. Надеюсь, будет разъеб. Честер либо заходит, либо нет. Но опять же, кому-то, может, зайдет вот новый альбом. Может, вот как я, допустим. Я не слушал старый альбом. Новый альбом мне понравился, но я понял, что это слишком серьезная музыка и не совсем для меня. Ну, а вот здесь вот песни, их много, и я их себе 100% добавлю. Много песен тех, которые мне понравились. Есть песни те, которые я себе не добавлю, но мне зашли, а есть, которые мне понравились, и я себе добавлю. Тут трека 3-4 точно я себе, ну, я буду слушать на репите, это 100%. Так, заглавный трек альбома «Черный», поехали. Описывать тонкости. Лучше проверь регуляторы громкости. Соотношение массы и плотности. В полной обои готовности. Который на краю пропасти. Который ты так и не смог постичь. Может спасти, либо настигнув дичь. Момент неподходящий отправить в ящик. Не будь и старожил, и староживых. Не будь и мертвых, и живых. Если по правилу, держи в обойме хотя бы пару боевых. Если не ты, устанавливаешь правила. Это черный корабль в зоне шторма. Это черный материя теряет форму. И в этот чернозем мы снова сеем зерна. Уже стемнело, поэтому я в черном. Это черный, не нажимай на тормоз. Это черный, в вопросах спорных. Кто-то просрался, кто-то даже не пернул. Это черный, а есть четверный. У наших берегов, парень, береги улов. Сейчас у каждой твари по паре кулаков. Лучше сиди на паре, а если нет мозгов. Чтобы мозгов не лишиться подворотни убийцы. Над этим городом кружатся птицы. Далеко от столицы, но далеко не провинция. Хорошая крыша нам помогает не слиться. Не остановиться под крышей полиции. Я дошел до черты, уходя от чертей. А куда идешь ты, где твоя цель? Рожденному мертвым не дано ползать. А помнить, пока не ползать.
Это черный корабль в зоне шторма. Это черный материя теряет форму. И в этот чернозем мы снова сеем зерна. Уже стемнело, поэтому я в черном. Это черный, не нажимай на тормоз. Это черный, в вопросах спорных. Кто-то просрался, кто-то даже не пернул. Это черный, а есть чуть дернуть. Слушайте, ну этот трек не лучше с альбома. Я думал, тут прям лютейший разъеб будет. Но мне понравилось, знаете, что, что на хуке, в левом ухе скрипочка, да? Охуенно. Вот это прям один из тех моментов, который мне понравился в треке. Вот. Крутые куплеты, припев, но что-то вот не знаю прям. Вот это единственный трек, который прям вот припев что-то меня не очень разъебал. Кто-то просрался, кто-то даже не пернул. Блять, ну хуй его знает. Треку поставлю 4 из 5, припев что-то, не знаю. Инструментал со скрипочкой сделали великолепно просто. Все по старинке, но я не буду описывать тонкости. Лучше проверить регуляторы громкости, соотношение массы и плотности в полной боеготовности. Охуенно зарифмовано. Треку ставлю 4 из 5. Хук не понравился, к сожалению. Блин, как мне понравилась эта скрипочка. Это великолепно. Так, 14-й трек называется «Будь проще». Поехали. Погнали. Будь проще всех этих сложных рож. Мы сложные, пока нас не намочит дождь. Эта дорога ложная, побереги свой дождь. Скажи извозчику, давай попроще в тату-салоне. Или тюремный кольщик ждут свою долю. Обманутые дольщики, а я свои претензии им отправлял по почте. Сказали время, деньги, так будет проще. В нашей очереди нажил площадь. Те, кто ослеп, идет на ощупь. В нашей очереди нажил площадь. Если ты тощий, будь попроще. Мы хватали воздух руками. Мы пытались снова взлететь. Но падали вниз, словно камень, не успев свою песню допеть. Мы хватали воздух руками. Мы пытались снова взлететь, но падали вниз, словно камень, не успев свою песню допеть. От этой рожи сложной, наскоро сложенной, мне стало тошно до невозможного. Мне стало тошно от того, что можно быть простым, но крайне сложно перестать быть сложным. По бездорожью лошади тянули вожжи. Извозчик знает тише, дальше, дальше, больше. Будь аккуратней на обгоне, спиди гонщик. Когда по встречной едет дальнобойщик. У нас все по-скромному, далеко не король. Но под сибирской короной практически вновь. С нелюбимой работы к любимой домой. Я просто шагаю домой. Мы хватали воздух руками. Мы пытались снова взлететь. Но падали вниз, словно камень, не успев свою песню допеть. Мы хватали воздух руками. Мы пытались снова взлететь. Но падали вниз, словно камень, не успев свою песню допеть. Блять, пизда, трек хук, он его хочется напевать. И тут почти 3 минуты идет трек. И, ну, я бы еще, наверное, припевчик послушал. Хотя я иногда говорю о том, что тут слишком много припева. Тут бы один убрать, тут бы покороче сделать. Но здесь прям идеально. Крутой трек, много прикольных строчек, да. Начало интересное. Братка, будь проще всех этих сложных рож. Мы сложные, пока нас не намочит дождь. Эта дорога ложная, побереги свой дождь. Скажи извозчику, давай попроще.
про кольчика, там про дальнобойщиков прикольно было, про спидигонщика. Ну, заебись, это хороший трек. Мне понравился. 5 из 5 ставлю, хорош. Так, последний трек называется «Пусть горит свет». «Пусть горит свет». Погнали. Мне интересно, что тут вообще оно идет, как в этом списке, типа с конца. Интересно. Чека. Бро, в тазовоске темный-темный. А я напоминаю, ребят, кто на стриме, поставьте, пожалуйста, лайк. И если вы хотите, вы можете заказать трек, альбом, интервью, что угодно. Поехали. Знаешь, я не целитель, но музыка может тебя исцелить. Для ценителей стиля пожелаю всех футов под килем. Один эпизод, в котором можно все изменить. Жизнь — это фильм, но в этом фильме мы играем на вылет среди каменных блоков. Будь аккуратней, сынок, жизнь и кино. Эта дорога дорога, но не для недотруг строго. Это не было, пробуй, нас тут немного, но против течения плывет наша пирога дно. Я вижу сквозь окно, как желтая луна, и не она одна. Сегодня мы с ней как бы поровну. Поделим пополам сладкий туман, и как луна я прячусь за свою темную сторону. Сойдя на станцию ума без четверти 12, ты начинаешь засыпать, мы только просыпаться. Там много дыма, там кумара, я хотел остаться, но больше нет моста в эти цивилизации. Готовлюсь ко сну, хотя и не хочется. Опять не усну, пока ганчик не кончится. В благородном дыму культивируя творчество. На кухне вдвоем я и мое одиночество. Проникаю в квартиру как вирус, растворяясь в свете луны. Под весными мостами момент тот настанет, когда с нами отправишься ты. Покидай свой мир, не стань дезертиром бесконечности, поглощающей тьмы. Или на полке среди сувениров в темном чулане, по черному медленно тянутся дни. Но пусть горит свет одиноко на кухне, и пусть горит свет, и пусть он не тухнет. И пусть горит свет там, и пусть горит свет там, и пусть горит свет там, пусть дарят свет. И пусть горит свет в одиноких сердцах, и пусть горит свет, пусть горит без конца. И пусть горит свет там, и пусть дарят свет там, и пусть горит свет там, и пусть дарят свет. И пусть горит свет там, где его нет, и пусть его нет, но я продолжу искать. И пройдя миллионы планет, я не верю в конец, даже если стану похож на старика. Твое время уходит, и уже ночь на часах. Твое время уходит, отмеряя твой шаг по прямой безвозвратно. Не спеши, но решай, двигаться дальше или камнем лежать. Проникаю в квартиру как вирус, растворяясь в свете луны. Под весными мостами момент тот настанет, когда с нами отправишься ты. Покидай свой мир, не стань дезертиром бесконечности, поглощающей тьмы. Или на полке среди сувениров в темном чулане, по черному медленно тянутся дни. Но пусть горит свет одиноко на кухне, и пусть горит свет, и пусть он не тухнет. И пусть горит свет там, и пусть горит свет там, и пусть горит свет там, пусть дарят свет. И пусть горит свет в одиноких сердцах, и пусть горит свет, пусть горит без конца. И пусть горит свет там, и пусть дарят свет там, и пусть горит свет там, и пусть дарят свет. Но пусть горит свет одиноко на кухне, и пусть горит свет, и пусть он не тухнет. И пусть горит свет там, и пусть горит свет там, и пусть горит свет там, пусть дарят свет. И пусть горит свет в одиноких сердцах, и пусть горит свет, пусть горит без конца. Пусть горит свет, пусть дарят свет, пусть горит свет, пусть горит свет.
с даты завершения альбома. Я бы даже не сказал, что этот трек прям андеграундный. Ну, то есть тут есть в альбоме песни, хорошие песни. Есть андеграунд рэп. Этот трек не андеграундный, но он пиздатый. Он атмосферный очень, монотонно. Читочка Честера с таким, с его охуенным тембром. Он прям вообще залетает на ура. И с такими крутыми текстами и пиздато зарифмованными. Просто это что-то с чем-то. Трек поставлю 5 из 5, мне понравился. Давайте в целом пройдемся по альбомчику. Ладно, давайте вот так вот по трекам. Так, топ-3 трека, наверное, выделю сейчас. Мне понравился по Шекспиру. А, нет, вот. Ладно, ничего страшного. Первый трек мне понравился по Шекспиру. Прикольный. Я запомнил. Я запомнил название. У меня бывает проблема с этим. Горючка и Боб. Очень крутые треки. Вот эти прям вот... Ну, тут в целом даже, если не по трекам брать, а в целом альбом очень классный. Есть как обычные песни, да, так как underground трэп. И спасибо большое за заказик. Мне очень понравился альбом. Я прям люто кайфанул с такого андеграунда. Себе 3-4 трека 100% добавлю с этого альбома. Мне прям очень понравилось, блядь. Не знаю, я честно, ну, не ожидал. Я думал, что-то плюс-минус будет из нового альбома. Вот, думал, я уже настроился прям серьезно на альбом, прям, ну, тут совсем другое, тут Андер там, он где-то стилек поменял, где-то еще что-то, текста у него другие стали, ну, как написали уже в чатике, повзрослел. 5 из 5 альбому, хороший, очень понравился. Спасибо вам, ребят, за такие заказики.